1989 году у руля областного спорта встал Владимир Петрович Карпов. На его долю выпала сложнейшая задача – руководить спортом в эпоху перемен. На глазах разрушались спортивные объекты, коммерсанты приспосабливали спортзалы под склады, застраивали площадки под дома и офисные здания. Денег катастрофически не хватало ни на выезды на соревнования, ни на финансирование спортшкол, ни на закупку инвентаря. Однако парадокс – калининградский спорт сделал стремительный шаг вперед. Сразу пятеро наших земляков – Александр Павлов, Константин Александров, Андрей Шумилин, Андрей Шевель и Дмитрий Розенкевич – приняли участие в Олимпиаде 1996 года в Атланте. Дмитрий Розенкевич стал первым в новейшей спортивной истории калининградским спортсменом, ставшим олимпийским призером, завоевав третье место в составе восьмерки в академической гребле. Андрей Шумилин тогда же выдвинулся в число лучших борцов России. Футболисты Балтики пробились в высшую лигу чемпионата России. Регбисты из «Вест-звезды» завоевали Кубок страны. А женская команда «Дюна» штурмовала высоты высшей российской лиги по гандболу.